За последние 5 лет в Ленский район приехало 72 молодых педагога, из которых 16 в силу различных жизненных обстоятельств не смогли задержаться надолго. На смену им в этом году после окончания высших учебных заведений приехали еще 20 молодых специалистов. Полные энтузиазма и энергии ребята поделились с нами своими впечатлениями. В первой городской школе с этого года стало на 4 молодых педагога больше. Семейная пара Алия и Василь Ижавлетовы прибыли из Башкирии. Вместе с ними прибыл и Ян Кусеев. Александра Черепанова же является коренной жительницей нашего района. Родом девушка из села Бичинча. Вспомню школьные времена, когда были анкеты. Мы заполняли анкеты в детстве. И там даже помню на вопрос, кем ты станешь, когда вырастешь, уже где-то в классе в 3-4, я писала либо учителем физкультуры, либо учителем музыки. Ну вот, исполнилась одна из моих мечт, наверное. Мечта исполнилась и у Василия, и Алии. Ребята тоже с детства мечтали стать педагогами. Василь – педагог-психолог, Алия – учитель-логопед. Трудоспособные, молодые и энергичные, они с большим интересом отнеслись к предложению о работе на севере. Приходит объявление, что вот, уважаемые жители города Сибай, приглашаем вас работать в город Ленск. Республика Саха-Якутия. Вот что-то щелкнуло внутри, зацепило. Мы решили позвонить по этому объявлению. Таким образом сюда и попали. Долго не думали, нет. Объявление пришло в апреле месяце, а в июле мы уже были готовы, купили билеты, обо всем договорились. И вот в августе приехали сюда, прилетели. В свою очередь, администрация Ленского района и управление образования оказывает помощь молодым учителям. Так решается вопрос о возмещении стоимости проезда специалистов в город Ленск. Все необходимые документы уже поданы в Министерство образования. Помимо этого, выделяются средства для решения жилищного вопроса. В этом году начала действовать муниципальная программа о выплате, об единовременной выплате для привлеченных молодых специалистов. В размере 150 тысяч рублей выплачивается им для того, чтобы они могли каким-то образом покрыть расходы на съем квартир. Отрадно заметить, что около половины вновь прибывших учителей – это выпускники школ Ленского района. Но тем не менее, потребность в педагогах у нас в районе стоит по-прежнему довольно остро. Особенно не хватает учителей физики, математики и английского языка. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.